Израиле сегодня отмечают День Победы. Славный и радостный праздник. Главное событие – Марш Победы прошел в Иерусалиме под лозунгом «Не было бы 45-го, не было бы 48-го». На фронтах Второй мировой воевали примерно 1,5 миллиона евреев. Трудно сказать, сколько из них дожили до нынешней 67-й годовщины Победы, но около 10 тысяч фронтовиков живут в Израиле. И подвиг их не забыт ни людьми, ни государством, созданным через 3 года после победы над фашизмом. Вы помните, как вы выходили на улицы? Вы помните, как смотрели на ваши медали? Вы помните, как смотрели на вас и говорили, какие чудные старики? А сегодня нету человека, от малого до великого, который смотрит на эти медали и не понимает, что за каждой медалью стоит героизм и подвиг. От имени государства Израиль вам большое человеческое спасибо. В Израиле, который знал много войн и побед, не принято демонстрировать свои награды. Но ветеранам Великой Отечественной традиция пройти в День Победы по главной улице с оркестром по-прежнему дорога. В Иерусалиме это уже 17-й парад, на который со всего Израиля приехали бывшие фронтовики, партизаны, блокадники и дети и внуки тех, кто не дожил. Спасибо! Спасибо! Мой папа не дожил. Взял Берлин. Я прошел 2 войны. Германию и Японию. Закончил военное училище и прямо на фронт. Офицером связи при корпусе, а потом танкистом. Но закончил я Прагой. Была студенткой 2-го курса и пошла воевать. Носила раненых на носилках из в госпиталь. Мне сердце радует, что все больше и больше в наши ряды вливаются молодежь. Это наше будущее, будущее Израиля. Это форма Второй мировой войны. Мы победили немцев. Мы одеваем форму тех лет, мы выходим на улицу, и тем самым мы популяризируем, с одной стороны, роль рабоче-крестьянской Красной Армии в достижении победы над немецким фашизмом, а с другой часть мы популяризируем роль героизма евреев в этой войне. Мы участвуем во всяких мероприятиях, посвященных этой дате и памяти наших дедов. В Кнессете ветеранов Второй мировой войны принял сегодня глава правительства. И это тоже израильская традиция праздника Победы. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для РТН, Израиль.